Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, заказ от 9 Cat Dow. Слушаем трек, ребятки. Вы меня просили это сделать, и я это сделал, друзья. Подпеваем. Покупайте трек на SoundHouse, подписывайтесь на паблик «Грязный базар» и «Монитос». Я потратил всю кредитку, занял денег я у друга и сказал, а там зарплата, ведь пока с деньгами туго. Не сказал ему я только, это очень было... Очень веселый трек такой, зажигательный, да. Очень интересный голос, прекрасный. Рэп читает классно, да? И бит классный. Красивый. Классно, интересно. Что отныне мой начальник, это Брайан Пилигрино. Но тебе завод, а наоборот. Я плачу за арки, очень жду ретро-дроп. Скипнул проститутку, чтоб загрузить в лодку больше сумку. Я потратил на прокрутку зоры больше, чем на дудку. Окурил я очень много, ведь иначе NFT. Не понять было совсем такой анбординг у Web3. Чати, как меня все знают, в них давно я свой пацан. И когда открою рот, ты знаешь, что хочу сказать. Молодец. Шикарно читает рэп. Шикарно. Мне очень нравится. Танцевать охота. Музыка такая классная. Все легко. Танцевальный, непринужденный, да. Танцевальный так трек. Классно. Приятный. Очень, мне нравится трек. Очень нравится. Он легкий. Да. Его хорошо слушать. Да. Настроение создает настроение. Настроение поднимает, да? Угу. Молодец. Молодец. Давно хату в Монтенегро. Я купил себе ламбо и то, и то, и то. И это написал я в чате, кто что Шайлу Шай, это ракета. Я купил себе и это, я купил себе и то. Лишь осталось оплатить, где вонючий ретро-гроб. Голоса в моей башке повторяют эту фразу. Повторяй ее за мной, иначе тебе сбыв браза. Как же дохуя насыпят, как же дохуя насыпят. Как же дохуя насыпят, как же дохуя насыпят. Как же дохуя насыпят, как же дохуя насыпят. Очень стильный, да? Угу. Стильный рэп. Так стильно исполнял. Вообще, мне очень понравился, ребятки, да? Такой голос чистый, красивый, да, ребятки? Читает так уверенно. Классно, что своим голосом пел, да, без обработки. Своим и свой голос классно пел, слышно. Да. Угу. Разные вкусняшки там придавал, да, нам. Интересно, да, очень. Понемножку, да. Музыка классная такая, танцевальная. Такая легкая. Ее слушать приятно, да? Танцевать охота. Хочешь, не хочешь, подпевать охота, ребятки. Вот, ну, потому что, да, да, ну, такая зажигательная, что, да, зажигательный трек. Такой, он легкий такой, знаете, танцевальный, да, и вот просто... Петь, танцевать, да, отдыхать. Прям охота отдыхать под этот трек. Молодец, читал хорошо, речитатив прекрасно работает, да, ребятки? Голос классный, красивый голос, музыка шикарная, легкая, непринужденная, танцевать хочется. Пожалуйста, пиши дальше. У тебя классно получается читка рэпа. Угу. И мелодия. Талантливый. И, да, талантливый, это очень, да, молодец. Вот все продумал, как положено. Мелодия, голос, рэп. Вот все. Энергетика, задумка, да, атмосфера. Да, энергетика такая, угу, прям, знаешь, хорошая. Танцевать. Весенняя. Это легко, да. Угу. Да, весенняя, ты права, правильно, ты права. Мне очень понравилось. С удовольствием тебя слушал, молодец. Все сделал классно. Приятно просто, понимаешь? Так классно. Настроение поднимает. Пока, друзья.